Здравствуйте! Посмотрите, пожалуйста, какая у меня на подоконнике выросла розочка. Предлагаю вашему вниманию сорт розы бадной пеларгонии Granges Antique Rose. В переводе ее название античная роза Грейнджер. Роузбад по-английски бутон розы. Досмотрите до конца мое видео, и вы узнаете секреты этого сорта. Эту красоту создал канадский селекционер Уильям Грейнджер. Это спонтанная мутация старого сорта Apple Blossom Rosebud. Цветы, как у античной старинной розы, подворачивают лепесточки. У этого сорта компактный куст, кустится сама хорошо. По размеру куст стандарт. Растет быстро. Цветочки очень красивые, с переходами лососево-розового цвета. Теплый оттенок цветов. Размер цветка на данный момент 3 сантиметра. Соцветие в диаметре 7 сантиметров. Это ее первое цветение. Сорт – новинка 2019 года. В Украине черенок прошлым летом продавался за 1600 гривен, что в долларах было больше 50. Сейчас, по прошествии года, продается уже черенки продаются по доступной цене. У меня молодое растение. Покупала я в конце 2019 года, поздней осенью. Зимовал этот сорт прекрасно, под лампами. И хотел неоднократно цвести, но я не давала, хотела нарастить зеленую массу. Весной я сняла пару черенков. И вот, наконец, ее первое долгожданное цветение. Есть такая особенность у розебудных сортов. Не все сорта зацветают сразу. Некоторым растениям надо набрать силу. Особенно этим грешат иви-гибриды. Это очень красивые пеларгонии с цветочками, очень похожими на розы. По своим наблюдениям я вижу, что потенциал у этого сорта есть. И я готова выделить ему место на своем подоконнике. Мне сорт очень понравился своей неприхотливостью. Расцвел давно, и в жару цветы не усыхают, в отличие от других сортов. Стоит далеко не на самом лучшем месте на балконе, но не тянется. У меня в коллекции есть такие сорта, что сильно вытягивают черешки листьев. Antique Rose не такой. Granges Antique Rose прекрасный сорт розебадной пеларгонии. Покупайте этот сорт, и вы не пожалеете. И вот, наконец, долгожданные секреты этого сорта. Секрет номер один. Легко, недолго укореняются черенки этого сорта. После укоренения черенок быстро развивается. Секрет номер два. Когда Antique Rose расцвела, я была приятно удивлена. В описаниях этого сорта никто не говорил, что у нее блестящие перламутровые лепесточки, что придает ей шарм. У меня есть другие розебады, но у них нет таких эффектных блестящих лепесточков. Подписывайтесь на канал и ставьте, пожалуйста, лайки, чтобы не пропустить мои новые видео. В моей коллекции есть около 250 сортов пеларгонии. Черенки продаю по Украине. В своих видео
я планирую делиться накопленным опытом выращивания пеларгонии. Если вы любите цветы, подписывайтесь на канал, и вы узнаете много интересного. Посмотрите, какую чудо-розочку можно вырастить на подоконнике, и она может вас радовать круглый год. Всего вам доброго! До новых встреч на моем канале!